22-й раз в Малмыже состоялся региональный праздник «Ярмарка Казанская». Более 1000 жителей Малмыжского района приняли участие в уникальном для России и ставшем традиционным для малмыжан карнавальном шествии. Новым штрихом ярмарки Казанской нынче стал необыкновенный этногород с его национальным подворьем. На ярмарку Казанскую еще несколько веков назад съезжался мастеровой люд со всей округи. Нынче, в год 430-летия Малмыжа, о себе заявили 42 народных умельца из 25 регионов России. Город мастеров развернулся в городском парке. Впервые по соседству с ним появился чудо-этногород. Ждали, можно сказать, этот праздник, что вот такое объединение будет, все-таки здесь собрались. Сами видите, столько наций, и это объединяет, это как бы нас сплочает. На национальном подворье собрались творческие коллективы из разных поселений Малмыжского района. Они представили во всем многообразии красок культуру марийского, удмуртского, татарского и русского народов. Без устали угощали, удивляли и развлекали гостей праздника. Можно сказать, всю ночь пекли, стряпали, чтобы удивить гостей национальными блюдами. Мы в очередной раз приезжаем посмотреть на наших гостей, удивить их, может быть, каким-нибудь своей новой песней, которую снова спросили там у наших, тех поколений. Обряд вот показывали. Визитной карточкой ярмарки Казанской является карнавальное шествие. Нынче в нем принимала участие 41 делегация из учреждений предприятий многонационального Малмыжского района. В составе каждой не менее 30 человек. В прошлом году в Суздале на Всероссийском форуме «Местный туризм» малмыжане получили диплом второй степени благодаря уникальному и единственному в России празднику карнавалу. Участники яркого действа готовились целый год, чтобы завоевать местные награды. Главные из них – титулы короля и королевы карнавала. И вот когда одни национальности вместе с другими отмечают их праздники, это, наверное, достаточно ценно. Это значит, что отношения и дружба между людьми разных национальностей, она достаточно крепка. Поэтому вот это, наверное, главная ценность Казанской. Я думаю, что это то, что, собственно, и дает ей силы каждый год продолжаться. С каждым годом в Малмыже отмечают большой приток гостей, желающих не просто увидеть необыкновенный праздник своими глазами, но и набраться опыта в организации подобных культурных шоу. На ярмарку Казанскую 2014 прибыли туристы из Казахстана, Перми, Кирова и Республики Крым. Мы безумно рады попасть на ваш праздник. Нас пригласили сюда и вот всей своей компанией, которая из Казахстана, из Перми, из Кирова. Мы проводим этот праздник и просто восхищаемся всей этой организацией. Спасибо огромное, что нас пригласили на этот праздник. С утра и до позднего вечера на разных концертных площадках Малмыжа продолжался удивительный праздник «Ярмарка Казанская», по праву вошедший в копилку культурных достояний Вятского края. Сегодняшний праздник является еще раз показателем того, насколько мы добры, насколько мы любим праздники и насколько мы замечательно трудимся. Мы еще раз сегодня присутствуем на празднике единения всех людей, проживающих на нашей территории. Людмила Галакова, Андрей Третьяк, «Вести», Кировская область.